Пара мыслей в рифму. Сколько животных, собак или кошек, можно держать в квартире? Одна собака и одна кошка, а может быть 2, 3, 4, а может быть целых 8 собак, а кошек вообще 15? Гадая, мы не узнаем никак. Попробуем разобраться. Центр правовой зоозащиты поясняет, сколько не жалко. Ограничений по сути и нет, если это не коммуналка. Например, кошек может быть 5 в отдельной комнате личной. И на замок, если дверь закрывать, то будет тогда все отлично. Собак чуть поменьше, 2 или 3. И не в однушке, конечно. Так, чтобы жить комфортно могли вместе с вами друзья ваши меньшие. Звуки и запахи вам не вредят. Вы на своей территории. А то, что соседи вам говорят, это другая история.